Здесь мы сегодня представляем 3D-сканер для сканирования практически любых поверхностей и объектов. И 3D-принтер, который работает по технологии FDM. Собственно, сейчас он печатает. На таком принтере вы можете печатать обычные фигурки, какие-то, может быть, небольшие механизмы, ну, потому что поле 3D-принтера довольно ограничено. Вообще бывают различные принтера. Они могут печатать и металлом, могут... Есть принтера, которые печатают дома, здания, даже есть отечественные разработки такие. То есть сама технология, она применяется во многих областях, в том числе и в космонавтике сейчас испытывают 3D-принтера, чтобы печатать непосредственно уже в космосе нужные вам детали. Безусловно, роль фестиваля очень большая, по той причине, потому что это идет популяризация науки. То есть дети, как-то к ней школьники, абитуриенты, возможно, будущие ученые, узнают что-то новое, и, возможно, это дальше их как-то сподвигнет на, именно на этот путь. То есть они станут великими учеными. На нашей площадке проходит конкурс «Собери себе автомобиль». Он немного шутливый получился, потому что мы находимся в лаборатории по оборудованию автомобилей, а сама модель у нас бумажная. То есть получился такой контраст. Вроде бы вокруг все железное и серьезное, а у нас... Ну, грубо говоря, детские подделки. Ну, в принципе, это рассчитано на то, чтобы в лаборатории люди посмотрели и на устройство автомобиля, на узлы и агрегаты, но при этом при всем был легкий, быстрый, веселый, познавательный конкурс. На нашей площадке работают два мастер-класса. Дети получили футболки. Кому не досталось футболки? Из макетной ткани получают макет футболки или сумки. И все это мы потом будем расписывать. Используем акриловые красители, аэрограф вот у меня в руках мы используем. И, как видите, у нас большая насыщенная аудитория, при этом дети разных возрастов. Хорошо, что есть мамы, которые тоже им будут помогать и участвовать в этом. Ну, мне все очень нравится, очень добрые люди, такая атмосфера творческая. Мне кажется, такие фестивали очень полезно проводить для детей, потому что это развивает их творческое мышление. Это были соревнования в формате хакатон по робототехнике, когда командам выдаются наборы, и они, которые они не знают еще, какой состав оборудования и комплектующих у них будет. И они должны за 24 часа собрать полноценного робота, который выступит в соревнованиях. Причем правила соревнований они тоже узнают в этот день. Владивосток приехали первый раз, нам сказали, что есть такое соревнование типа круглосуточного программирования, только связанное с роботами. Ну, мы решили попробовать. Ну и как успехи? Ну, вообще-то, первый такой опыт, было сложно. Надо было за час и робота собрать, и запрограммировать его. Мы сделали две модели. После первой модели мы поняли, что он не подходит, он слишком большой. А вторая сделана была наспех, но зато успели ее запрограммировать. Материал сам, это спинистый ПВХ, он довольно-таки твердый, но при этом легко режется ножом. Он на базе Arduino, и у него есть два датчика для того, чтобы определять линию с этой линии.
Трасса у нас состояла из трех частей. Во-первых, нужно было пройти саму линию, где были деревья, их нужно было объезжать, пересекать лежачие полицейские. А также нужно было подняться по линии, не по лестнице, по горочке и положить свою шайбу в центр круга. У меня есть мечта, чтобы Приморье было как-то лучшим местом для жизни в России. И, собственно, так сказать, интеллектуальное развитие и робототехника в том числе. Мы, собственно, поддерживаем не только робототехнику, но и программирование, различные штуки, которые с этим связаны. Это будущее, это то, что должно, во-первых, привлекать и развивать людей, ну а во-вторых, давать какой-то экономический эффект. Участвовать в соревнованиях – это прежде всего не то, как ты, насколько ты квалифицирован технически, а то, как ты умеешь распределить время, то, как ты умеешь добиваться результата, не останавливаться на достигнутом и так далее. То есть эффективность и целеустремленность и там, проявление воли наиболее важны в соревнованиях, тем более в таких, где требуется 24 часа непрерывно делать роботов. Здесь, да, здесь это в стиле хакатона, которое позволяет сконцентрироваться, показать такие, ну, это еще отчасти такая проектная работа, то есть до 24 часа надо ребятам сконцентрироваться на задаче, расписать роли эффективно, организовать работу, это тоже такая еще менеджерская часть и тренировка, она помогает тоже в будущем добиваться результата. Оборудование в рулевой рубке на капитанском мостике «Паллады» точно такое, как было в 1989 году. При полном отключении обоих двигателей фрегата судно полностью переходит на ручное управление. Так что штурвал и паруса здесь не просто дань древним морским традициям, а вполне действующие механизмы. Этот и другие секреты «Паллады» его курсанты рассказали и даже показали участникам Всероссийского фестиваля «Наука-0+». Знаменитое судно на несколько часов стало экскурсионной и учебной площадкой. Мы стараемся в большей степени использовать, конечно, движитель парус с тем, чтобы, ну, во-первых, экономить топливо, а во-вторых, работа с парусами все-таки придает какую-то именно морскую романтику, и первое, и второе, закаляет будущих моряков с тем, чтобы они могли определиться, море это вообще их специальность, их дело или не их. Бывают случаи, к сожалению, что некоторые после практики, ну, трезво оценивают и меняют свою профессию или дальнейшую жизнь. Чтобы поставить все паруса, курсантам нужно всего 40 минут, но работать порой приходится в экстремальных условиях. Так что неженкам на «Палладе» места нет, рассказали курсанты своим гостям. Ребята проходят суровые испытания долгими рейсами, разлукой с близкими, штормами, качкой и даже банальной морской болезнью. В первый месяц плавания от нее страдают все новички. И если выдерживают, считают себя настоящими морскими волками. Ночью нас подняли, сыграли тревогу, аврал. У нас на носу оборвался косой парус. Вот. И получается, под порывом ветра его рвало еще сильней. Нас всех выгнали туда, взяли мы шкоты, начали тянуть, чтобы его сложить. Вот. Страшно было? Страшно. Ну, нам было весело на самом деле, потому что это экстрим, не знаю. Ночью темно, волны, шторм, вода заплескивается на борт.
На Палладе участникам фестиваля интересно абсолютно все. Ощущение, что смешались эпохи, появляется, когда проходишь по коридорам красного дерева. В день сегодняшний участников фестиваля «Наука 0+» возвращают абсолютно современные курсантские каюты. Гости фрегата побывали не только в них, но и в учебной аудитории на верхней палубе, осмотрели снасти, которых на судне почти 8000 километров, рулевую рубку и основные навигационные приборы. Это судно, оно такое громадное, оно просто завораживает, ты смотришь, это настолько все красиво, все, это очень интересно, то есть ты приходишь, видишь все, как оно построено, там всякие узлы, это тебя так захватывает, это так интерес прививает, в принципе, интересно. Паллада – рекордсмен книги рекордов Гиннесса за скорость среди парусных судов своего класса. Интересный факт – во время кругосветного путешествия в 2007-2008 году судно побило свой же рекорд, но его не оформили официально. Помимо научно-исследовательских и представительских функций, сегодня судно выполнило и просветительскую задачу. Участники фестиваля «Наука 0+» не только познакомились с легендарным фрегатом, но и вдохновились морской романтикой. Наука – это не скучно, убедился каждый гость фестиваля. Здесь последние достижения ученых можно увидеть в действии, а на мастер-классе даже самому стать ученым на пару минут. И любопытных оказалось немало. Например, поучаствовать в опыте с жидким азотом выстроилась огромная очередь. Там жидкий фтюар и жидкий азот. Гостями Всероссийского фестиваля науки стали горожане всех возрастов, а для многих участие уже стало традицией. Маленькая Кира с наукой дружит не первый год, причем увлекают девочку занятия совсем не детские, сварка и химические опыты. Наука – это чтобы учиться всяким штукам. А всяким это каким, например? Например, всяким там учиться, ну, делать маски, учиться еще... чему, ну, что было давно, в древнем, учиться цветам, тюленям, всякому. В Приморье науки действительно есть где развернуться. На фестивале представили маршрут по музеям ДВО РАН. На экскурсии по Академгородку дети смогут узнать, как тайны морских глубин превращаются в научное открытие. И знания эти не пропадут зря, а помогут самому исследовать флору и фауну океана. Все это объединено морем, а главное объединено тем, что ненаучный сотрудник рассказывает посетителю про то, что он исследует. А музейный предмет и специальные задания позволяют человеку самостоятельно сделать открытие. Одно из направлений фестиваля – помочь абитуриенту определиться с будущей профессией. Кому-то подсказал тест по профориентации, а кому-то – наглядные результаты учебной деятельности. Эти предметы сделали выпускники кафедры материаловедения – кольцо с мостом, сумка из рыбьей кожи, а венец коллекции – серебряная шкатулка.
Ее стоимость на данный момент оценивается больше 100 тысяч рублей. А в чем сложность? Потому что филигрань – это когда из-за мельчайших тонких серебряных проволок она крутится не только вокруг своей оси, но и выкручивается именно узорами. Науку в России много лет отодвигали на второй план, а открытия наших исследователей патентовали за границей. Но сейчас страна остро нуждается в ученых, и открыть в себе талант никогда не поздно. Главное помнить, что даже Альберту Эйнштейну в школе сложнее всего давалась физика.